У нас есть наши друзья из Бурятского театра. Саян здесь, Саян Садыпович и Эржене Гурдарова. Вот, я с многими был хорошо знаком. Один Майдер чего стоил, да, народный артист Майдер. Кондратьев. С Сотником много ездили. Вы новые люди. Ну, не совсем новые, да, но относительно тех ребят. Здравствуйте, добрый вечер. Да, мы вернулись в театр в 2013 году. Вообще, пришли в театр в 1988. Я работал, меня Владимир Ильич Кондратьев взял своим помощником, и мы делали кровавую свадьбу в Лондоне. И там Геннадий Сотников был художником. Тогда мы в 88 году познакомились с ним. Потом мы вернулись, мы долго работали, ездили по странам, делали экспериментальный театр. Потом в 2013 году нас вернули с Женой. Жена сначала была художественным руководителем, потом я был там режиссером, потом она ушла в оперный театр, директором, я стал худруком, потом она вернулась, она стала моим помощником. В общем, такая история. Народные артисты даже, бурятские народные артисты, вот это народный артист. Глядя на вашу труппу, глядя на эти лица, на этих актеров, вот, можно сказать, кто есть вы, Андрей Исаевич. Я вот сижу и смотрю на ваших артистов, как они вышли, как они живут, как они наполнены, какие у них глаза, какие у них светлые лица, очень ясные лица. И какие они наполненные, какие они одухотворенные, какие они уверенные в своей правоте, в своей культуре. И я понимаю, это есть ваша заслуга. Может быть, это самое важное. Я вдруг подумал, что даже ничего не надо доказывать, ничего не надо объяснять, ничего не надо кого-то хвалить, а есть в этих глазах ваша заслуга. В 80-х годах, когда мы были студентами театрального института в Ленинграде, вы привезли «Желанный берег», и первое потрясение было когда? И если режиссер, настоящий режиссер, каждым спектаклем создает мир, то вы создали вот этот мир еще в советское время. Особенный знаний мир. И я очень горжусь, что есть в нашей России, среди наших братьев есть режиссер и мыслитель Андрей Александрович Борисов. Хотела сказать очень кратко сейчас о том, что, слушая всех, кто выступал сейчас, я пришла к выводу, что вообще-то во все времена жизни человечества судили эпоху по деятелям культур. Любое возьмите, эпоху Ренессанса, Возрождения. Мы все говорим эпоха Микеланджело. Вот, я поздравляю всех вас и себя тоже, что мы живем в эпоху Бориса. Сегодняшняя речь называется ее декада «Желанные берега». Мне кажется, вы человек безбрежный. И пусть эти желания действительно притворяются в жизни, потому что это очень важно.
Борис правильно сказал, наверное, что сейчас в российском театральном пространстве, когда национальные театры особенно проявляются ярко, и это сейчас ясно видно в театральной жизни на уровне России, это действительно и первый платформенный камень был, конечно, ваш фундамент. Живите, здравствуйте, творите, фантазируйте и делайте. Дай Бог вам здоровья. Наши подарки 25 лет. Спасибо, ребята.